Сейчас покажем аналогии, вариант метания мячика и вариант работы с гирькой. Чтобы когда есть мячик, мы его бросаем. Нет мячика, то же самое действие мы можем имитировать с помощью гирьки. То есть, первое движение у нас. Так по нескольку раз на каждую руку. Соответственно, верхние делаем передние, передние, задние, задние. Есть мяч, кидаем мяч или камень. Нету. То же самое самостоятельно работаем